так здорово и замечательно, что те, кто заботится о нашем городе сегодня, помнят о тех, кто заботился о нем когда-то. Прямо в эту минуту за моей спиной происходит торжественное открытие праздника и возложение цветов первому почетному гражданину города Александру Николаевичу Полю. Торжество началось с выступления Иосифа Кобзона, который, как и Александр Поль, давно носит звание почетного гражданина Днепропетровска. На этой церемонии, по сложившейся традиции, присутствовали первые лица города и представители иностранных делегаций. Именно им предстоит отдать дань уважения Александру Полю. Выступали перед гостями музыкальные, танцевальные, детские коллективы. И вот самый долгожданный и красочный момент – возложение цветов в память о человеке, с которого началась промышленная эпоха Днепропетровска. Праздник только начался, а вокруг уже столько позитива. Ведь не зря все яркие события начинаются с цветов. Следите за развитием событий вместе с нами. Юлия Куприна, Максим Бодриченко, новости ИРТ.